Прием, прием, леди и джентльмены, на связи пес Шедимен, добро пожаловать в новый видеоролик. Вкратце, сегодня мы станем собакой-помощником, конечно, для Лески и Нубика Кубика, потому что сегодня они снова попали в неприятную историю. Думаю, то, что это будет самый лучший способ, чтобы их оттуда спасти и как-то удивить. Посмотри, как я могу рычать, кстати. Мне кажется, то, что от такого рыка все точно разбегутся, и я буду самой лучшей собакой-помощником. Но ты, кстати, прямо сейчас, чтобы помочь мне, поставь лайк под этим роликом, потому что с каждым лайком я буду получать одну собачью кость, которая нам сегодня, ну, очень пригодится. И также обязательно не забудь нажать на кнопку подписаться. Ну что же, погнали начинать, приятного тебе просмотра. Ну что, вы попались? Отдавайте все, что у вас есть, все ваши эмеральды, все ваши деньги. Вы отсюда просто так уже не сбежите. Да у нас вообще ничего нет, зачем вы нам машину всю ну сломали? Ну да, ну да, сами тут приезжайте, теперь-то наша дорога, будете налоги нам платить для того, чтобы проехать здесь. Отдавайте. Да вы тут взялись, давай. Все, отдавайте. У нас нет документов, что это ваша дорога, не вы даже строите. Вы разбойники, нам не нужны документы. Вообще уже, Нубик. Леска. Так, давай здороваться, Леска. Прием, прием, друзья, на связи Нубик Кубик и... И леди Леска, всем привет. И в общем, друзья, сегодня у нас случилось кое-что очень плохое. Мы просто ехали по этой дороге, и они проснули нам все и сломали нашу машину. Мы очень нуждаемся в помощи, потому что мы теперь не можем никуда проехать, ведь наша машина, как видите, сломана. Друзья, если вы знаете, как помочь, пожалуйста, пишите Никто в комментариях. Никто вам не поможет, чего вы тут Нет. болтаете? Вы с кем вообще разговариваете? Совсем дурные, Нет. что ли? И ставьте лайки побольше, пожалуйста, друзья. Это... это что такое? А вдруг они свою собаку злую напустили на нас? Смотри! Нет, нет, погоди. Погоди, это... Сражается! Давай, лупи их, Нубик, лупи! Она поможет нам, эта собака! Она спасает! Она Аккуратнее будь! Аккуратнее, они какие-то очень сильные! Ух! Нубик, я помогу тебе, Нубик! Собачка, помоги, пожалуйста, с этим человеком! Отходи, Нубик, отходи, он сильный! Подожди, песик очень сильный! Вот это да, Ой, спасибо Привет. Большое, откуда ты Итак, только взялся? Итак, друзья, теперь Привет. Я говорю... Нубик, вот видишь, милая, мы попросили если наших что, они дорогих не слышат. Подписчиков, и я они нам помог. Помогли, мы как-то смогли. Ничего себе, спасибо большое, ты такой Смотрите. Миленький, посмотри, какой. Я думаю, друзья, это был идеальный Он тайминг. Очень смелый. Они как раз попросили помощи, смелый. И я появился Нубик. И победил этих бандитов. Вот это да, он такой, он маленький, но он очень Ты знаешь, песик, ты знаешь, справился. Вот у нас такая беда, у нас, в общем... Колесо отвалилось, они нам проткнули и там дорогу сломали. И еще у нас да, тут да. какая-то деталь. Вот, они короче. Еще, да, они нам Может быть, ты как-то возьмешь след выбросили. И сможешь. Сможешь, да, он показывает. Так, друзья, что давайте, знает. Короче, мы как будто бы понюхаем машину. Он след возьмет. Короче, вот здесь он так обойдем. Отмел, так. Я не вижу леска. Так, 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 а, так, все это обыскали. Там какая-то леска, фигня. Смотри, он все нюхает, он след находит. Ты смог? Да? Покажи, покажи. Все, смотри, друзья, смотри, теперь побежали, короче, как будто бы мы с вами ищем след. Он, видимо, очень нюхает. Так, давайте да, будем да, немного да, зигзагом Нубик, ходить. Мы же оттуда так, ехали как будто с тобой бы здесь стороны. Поискали. Как так, здесь нет. Давайте теперь поищем Ого. С этой стороны. Так, здесь Собаки у вас как будто бы тоже ничего говорят, нет. Следы несколько часов после так, того, как и там были вещи. Я на самом деле, друзья, чувствую то, что запах куда-то вот сюда идет. Куда-то а, вот же идет. Оно. Нубик, он нашел наше колесико. Часть, и он нашел себе. Наш двигатель, мотор. А у них даже Забираем. Двигатель выпал, друзья. Вы представляете, что Давай эти бандиты скорее. Эти устроили, Слушай, а? Ты вообще Разбойники. Молодец, спасибо большое. Все, друзья, отлично. Можем... Пойдемте Мы теперь с ними. Мы можем починить машину починить. И поехать нормально. Ты поедешь с нами на машине? Эй. Он поедет он с нами. Все, друзья, он короче, поедет, это типа да. Скорее. Это типа да. Так, давайте посмотрим, так, как они починят Нубик, тачку. Сам поставить? Сюда же, сюда же. О, все, Нубик двигатель. Помочь. Хорошо, что Нубик О, двигатель, где капот. Колесо не поставил, колесо садись, там, где двигатель. Так, садись, собачка, садись, садись. Так, сейчас я, короче, поехали. Вот так, друзья, все, я сажусь. Нубик, ты за рулем. Как садись. Я там только да, поместился. Ой, главное, Нубик, чтобы аккуратнее, да. Там передачку надо переключить. Как переключить? Вперед, по-моему, она сейчас вперед переключена, вот здесь вот. Опа. Так, друзья, ну, ладно, надеюсь, то, что мы доедем, короче, до деревни. Аккуратнее. До нашего Если дома. Наша деревня недалеко, думаю, надеюсь, что она недалеко. О, слушай, главное, чтобы эти, откуда они взялись, варвары какие-то, жители, да? Леска, а можно так на максималке ехать? Ничего же не случится с машиной. Ну, если ты передача впереди у тебя справа, там где-то... Да, ну ты, короче, передачи, я там видел, не переключает, но, короче, заглохнуть можем, если так дальше пойдет. О, дела плохи пошли, друзья. Ой, Леска, Ой, ну, дела очень плохи. Погоди, погоди, Надеюсь, погоди, то, что тачка зачем? У нас так не встанет. Боже мой, Леска, поедь капец. Ты, я вообще Подожди. Не умею вашу передачу. Так, а собачка не села, дверь-то не открыли ей. Садись, садись.
Садись, садись. Друзья, они тачку спалили. Ну вот я же говорил, Нубику нельзя тачку доверять никогда вообще. Ну почему он садится все время? Да зачем ты сел-то? Ой, друзья, все, дымится все. Подожди. До связи, друзья, все. А сейчас мы не... А куда он делся? Ну, все, пошли. Друзья, машину, ну что же, к сожалению, с этим я уже помочь не смогу. Нубик спалил тачку, он сломал ее полностью. Ну, ладно, почему? Ну что, пойдемте пешком тогда. А что ж, спасибо большое, Нубику. Ты мне объяснила, как ты говорила все, что ты зачем садишься за руль, когда тебе не сказано было? Да-да-да. Нубик каждый раз садится за руль и надеется, что что-то поменяется. Но нет, он просто не умеет. Вот эти варвары. О, кстати, ребят, смотрите, а что это там реально? Видите, там забор. А вот про это поселение я не знал. Вот это интересно. У них такие вот колышки и сверху такие зубья острые. Они даже шипы сверху поставили, да, чтобы никто не пробрался туда. Слушайте, пойдемте домой, я сейчас... Не ходи пока. Так он наоборот так кричит, потому что... Он злится, он их вообще не любит. Видишь, как он злится прям? Мы сейчас дойдем до дома, во-первых, надо покушать. Я думаю, что он тоже голодный, он же откуда-то так, да, друзья, они, короче, сейчас... Сейчас мы сейчас бежим домой, они мне дадут покушать. Вообще, Нубик, вообще. Вот. Хотя, на самом деле, у меня есть кое-какие секретные тут ингредиенты, но... Так. Они об этом не знают. Потом насчет этого поселения разузнаем, сейчас Леска, пока надо вооружиться. Эту собачку приютим, потому что она очень хорошая и может нам. Ты знаешь, я думаю, что он пес, который гуляет сам по себе. Мы ему, конечно, предложим, но он, наверное, не останется жить. Все, пойдемте, побежали. Ну, жалко, короче, посмотрим, что они будут делать, друзья. Мы посмотрим, останусь я или не останусь. Ну ладно, пусть. Если собака живет одна или кошка, она уже не придет к человеку, мне кажется. Она уже будет одна жить. Потому что это уже взрослый пес. Вот щеночек, если был, он бы, может, остался. Так, ну ладно, друзья, мы сегодня в любом случае с вами, чтобы выполнить миссию, а именно им попытаться как-то помочь. Один раз мы это уже сделали, посмотрим, получится ли нас это сделать еще раз. Так, мы походу, мы пришли до дома. Друзья, смотрите, дверь открыта у них, это что такое тут вообще происходит, как всегда? Слушай, а может, а эти варвары не пришли? Ай-яй-яй. Я не знаю, надеюсь, нет. Слушай, тут... Даже тут... люк открыт. Там даже люк открыт, друзья, подожди, прикиньте. Давай песику не будем давать. Нубик, давай не будем ему пока вот это давать. Может быть, специальный корм. У тебя же в доме, помнишь, ты там складывал для... Пошли, пойдем скорее, песику. Да, пойдем. В дом Нубика точно, пойдем. Леска, и ты... у меня же был этот... У меня же была моя собачка Нубео, которая сейчас в деревне у бабушки гостит. Да. Нубео. Из-за того, что она уехала... Как бы я Нубео не стал, кстати, друзья. Она... И вся помощь получается на смарку. Все вот эти вот его вещи остались. Все остались у тебя в доме, я уже поняла, Нубик. Так. Так, давайте посмотрим, какие вещи остались от собаки Нубика. Так, я тогда буду ждать здесь на улице. На втором этаже в бочках. Так. Мы, кстати, даже, друзья, можем делать вот так, короче, смотрите. Вот так. Нубик, ты сам как бочка. И. Нубик. Получается, мы с вами как будто бы. Я нашел миску с едой. Делаем так, как будто мы с вами садимся, короче, вот так вот. Как это нашел, Нубик, ты чего? Смотрите, как я прикольно выгляжу, это вообще просто, мне кажется, очень круто. Тут еще лежак нашел для него красного цвета. Еще нашел для него кошечку. А что случилось? Почему он злится? Что там случилось? Эй, приветики, сейчас мы тебе все принесем. О, нашел миску с водой. Ладно, ищут пока, пускай ищут, короче, друзья, спокойно с вами тут смотрите, посидим. Вот так вот, разложил. Как надо проводит свой день собака, друзья. Вот ничего она так садится это и смотрит целый день что-нибудь вот так есть, вот вокруг. Это пить, а это играть, все разное. Все, да? Еда есть, все есть? Все есть, все забрали. Так, о, вон они выходят уже. Эй, пойдем, мы тебе в доме поставим. Хочешь косточку? Так, ладно, друзья, давайте, опа, короче, да подожди, вставать. Давай покормим сначала, не надо сейчас кидать. Леска, дай мне косточку, пожалуйста. Потом, побежали потом за ними, а вон они уже где. Нет, дай мне косточку, Леска. Пожалуйста. Нубик, зачем ты повторяешь сто раз уже? Я же тебя слышу. Мы сейчас идем в дом, надо покормить собаку. Он очень голодный, может, он поспит даже, устал. Ну ладно. Ты косточку кидаешь. Ты вот из школы приходишь, сразу же не делаешь уроки, кушаешь сначала. Давай ставь. О, друзья, смотрите, у меня идея появилась. Смотрите, короче. Давай, красиво ставь. Так, это спальничек, это водичка. Так, о, смотрите, друзья, мне всякую еду тут поставили. Только в миске пусто, друзья, еды никакой нет, это скам какой-то, меня заскамили, короче, прикиньте. Еду положим. Вот же все положила много. Иди посмотри. О, мясцо, друзья. О, а что не кость мне для кидания сюда положили, я еще не понял. Так, ладно, мясцо взяли, хлеб взяли, короче, все типа покушали. Покушали вот так вот. Может, попить сейчас, а потом поспать. Все, типа, короче, довольные такие, все крутые. Все, смотри, он спать не хочет. А пойдем мы ему команды поговорим, всякие там
по это самое, поназываем. Леска! И косточку Леска! Покидаем. А давай еще потом ему этот спрячем на. Я спрячу хрюню, а ты спрячешь телефон в сундуках, и он будет искать. Пошли. Потом они хотят проверить мой нюх. Смогу ли я найти их предметы, если они их куда-то спрячут? Эй, Персик, сначала я буду кидать. Эй, Персик, смотри. Так, давайте, короче, побежали давайте туда, в ту сторону. Эта косточка улетела, короче. Но я ее в ответ кидать не буду, потому что обычно собаки типа приносят и не кидают в ответ. Это было бы странно очень. Леска, хочешь кинуть? Давай я тоже хочу попробовать. Какой хорошенький пёс. А давай как. А как его назовем? Давай его назовем как. Уголек. Нет. Давай его Шедеус будем называть. Ну, ему не нравится. Давай, ему смотри, смотри, готов? Готов? Опа! Так, друзья, я что-то на секунду не увидел, короче, куда они кинул. Ладно, давайте дальше попробую побежать. Вот, я что-то вообще, короче, смотри, не видел. Смотри, вон там вот, вон там вот. Идем, когда ты собака, смотри, друзья, смотри. Вся эта трава так мешает, вообще ничего не видно. Леска, а давай его назовем Тень. Не давай знаю. Тень. Ему давай еще третий нравится. Раз. А ты, подожди, стой. А ты знаешь команды? Давай попробуем сидеть. Нет, он не знает, если он не хочет. А лежать? Я, друзья, не выполняю команды. Эй, а давай что тебя назовем. Давай тебя смешной. Назовем Тень. Это же прикольное название. Ему нравится, его Тень назовем. Капец тупик, конечно. Ладно, я просто что-то гапнул один раз. Ну ладно, пускай так и будет. Слушай, пойдем, песик, реально поиграем. Мы от тебя спрячем, только ты не подсматривала. О, друзья, челлендж. Короче, сейчас я буду самый настоящий показывать собачий инстинкт, нюх вообще и все остальное. Так, что не буду делать? Ты посиди здесь где-нибудь, вот на барбекю нашей. Так, короче, ладно, пускай пока что еще, друзья, давайте мы с вами тут пробежимся, посмотрим. Леска, может быть, чего нового появилось. Я вы знаете, что думаю. Что, я взял свою хрень вообще-то. Машина у нас находится посередине дороги где-то. Они там ее где-то оставили. Но я же не могу сейчас в Шедимена превратиться и ее сюда принести. Надеюсь, что с нашей машиной все нормально там будет. Все, сейчас. А то что-то как-то переживаем, и реально прям по себе становится. Я могу спокойно сломать руками быстрее еще. Так, ладно, пойдемте назад домой. Так, сейчас мы идем. Итак, пусть Тень будет у нас в домике. О, вот они пришли. И потом мы скажем тебе, когда мы уже спрячем. Ну что-то Тень какая-то дурацкая. Давай, о, друзья, давайте вы напишите нам в комментарии, как вы хотели бы, чтобы мы назвали нашу собачку новую. Давай, Нубик, лучше, а то какая-то Тень еще непонятная. Что-то Требетень какая-то. Все, жди, ладно, не подсматривай. Так, друзья, ну короче, ладно, пускай они, короче, где-то прячут, а мы с вами тут посидим. Нубик, а кирку? Может, летать за машины, пока что они не видят, я не знаю. Бери кирку сзади, пойдем. Бери кирку, не сможешь там бегать. Там камень. Ладно, давайте по-честному не будем. Так, Нубик, я вот здесь вот, ой, короче, я собака, я не могу сюда спуститься, копай. Не могу по этой лестнице тут ходить. Тут нету никакого камня, тут только земля, Леска. Да, друзья. Так, копаем, вот представьте жизнь собаки. О, кирка лежит. Жизнь собаки. Все хозяева ушли, вот такой дом закрытый, тут такой ходишь, тут что-то. Вот здесь что-то покушал, тут попил, здесь отдохнул, посидел, короче, вот весь день. Мы готовы. О, все, друзья, короче, пошлите искать. Выходи на Бэлл. Пошлите искать. Хочу, чтобы он мой первый. Так, пойдемте, короче, друзья, вот так, короче, тут нюх как будто бы так. Все, он был проверяем. В нашем доме, поэтому он уже, Алин, он уже, Нубик, знает наш запах, в общем, вещей наших, так что здесь сейчас... тоже все а куда проверяем. Он пошел-то? Так, нюх, делаем, короче. Так, пошли, друзья, что-то, короче, чувствую, друзья, вы это чувствуете? Смотри, а вот, смотрите, тут даже, короче, запах остался. Нет, да ну, ой, запах. Может быть, реально, земля что ли? Ты смог найти, смотри, иди, реально. Иди, друзья, тут даже видно. Смотрите, было. Друзья, он нашел. Вот мой телефон, алло. Так, ладно, друзья, побежали дальше. Так, теперь должен так, Нубика Нубик найти. Теперь... Твой. Наверное, Нубик, твой, наверное, тоже где-то здесь спрятал. Так, давайте собачье чутье, короче, привим. Так, здесь нигде нет, видишь? Здесь нигде нет. А, не в ту сторону пошел, да? Так, либо где-то вот здесь, тут. Возможно, он прячет, я не знаю. Здесь? Ты что, здесь спрятал Нубик, что ли? Нет. Так, здесь нигде нет, друзья, ничего нет. А вот давай он, кусок-то тут земли. О! Он реально запахи чувствует, Нубик, он же не может от цвет земли отличать. Собаки же не видят цвет, правильно? Опа. Они не видят, они все серые. Собаки не видят, а Шедимен видит. О, ничего себе. Потому что это собака, Шедимен, не прям Шедимен собака. Нубик, ну в общем, у нас нерешенные два вопроса. Один, конечно, он не сможет нам помочь с машиной, а вот второе, поселение туда вот этих вот варваров. О, да, кстати, этих варваров я бы туда отправился тоже, на самом деле, ну-ка. Давай мы возьмем. Туда отправимся, Леска. Слушай, а у нас есть хотя бы мечи, а? Как мы с тобой будем? Чё? Ты сможешь? Мы сейчас пойдем вместе. Смотри, он хочет идти с нами, посмотри, как смотрит. А он меня смотрит. Ой, какой миленький. Все, друзья, короче, все, мы сейчас, получается, с ними побежим.
Так, а может бронь наденем поселение. Хотя бы? Так, пойдем, они сейчас пойдут переодеваться, короче, я опять такой жду. Бегом. Не, друзья, но в реальной жизни бы я в собаках быть не хотел. Вот ты так ходишь, и вот смотрите, снова они куда-то ушли, а я тут остался один. Подожди, сейчас я надену броньку. А тут нет да. ничего. Ладно. У меня зато есть супер крутые яблоки. Они об этом даже бери, не знают. В так, любом давайте посмотрим. Лопаты. Ну-ка. Кирки, все вот это бери. Они ладно, где-то давай там покила. Ходят. У меня кирка и так была, взял топор и лопату. Так, ага, все хорошо. И... Ой, привет! Ой, ждет нас. Так, Нубик, давай, короче, закрывай в этот раз уже дом. На, знаешь что, я ему возьму кусочки мяса, потому что он сейчас будет сражаться. А, кстати, если... ну ладно, пускай берут. Он захочет кушать. Выходишь, ну? Так, пойдем. Да, сейчас. Все, друзья, побежали, еще. Короче. Я погнали, знаю, где это пойдем, находится, так что пойдем. Я могу впереди пойдем. Бежать, наверное. Ничего не будет. Палева не будет, где потому он? Что мы а сами а видели, вот, где смотри, этот лагерь находится. Идет. Так, ого, давайте даже вот так себе, вот сделаем. Все, побежали. Он, получается, понимает, что ли, контекст, интересно, куда мы идем? Не знаю. Может быть, он... А, может быть, а представляешь, это же собака, он думает просто, типа, о, гулять идем, сейчас косточку будем кидать. Че, так и думаешь, да? Значит, собаки же не понимают человеческий язык. А как он... Эй, а куда ты? Эй! О, ликвидация! Ликвидация была. Специально кё... Нубик, это боевая собака для Димаша. Это тренировка, это разминка перед лагерем. Она привыкла одна выживать на улице. Так, мы за остановочку направо, да, сворачиваем? Ребят, может быть, мы как-то сверху подойдем, чтобы нас не видно было. В открытую, что ли, пойдем? Может, со стороны леса? Вот как-то? Они! Я вижу одного из них. Что, сразу, что ли? Он сразу кидается. Нубик, ты куда? Не лезь вперед него, пожалуйста. Как он медленно идет. Вот он, как он не любит, он чувствует. Собаки чувствуют, если человек плохой, они его прям сильно вообще там. Все, друзья, смотрите, мы врываемся с вами, врываемся. Так, давай, Нубик, обходим. Так, опа, оп. Ну что? Давай, пошло. Ой, я завалила одного. Все, друзья, смотрите, мы с вами на изи справились с этими всякими варварами. А что здесь? Здесь зельки здоровья. Так, ну-ка. Я бы тоже хотел узнать, что там находится у них в сундуках. Ничего себе. Что тут теперь? Стейки, столько много стейков, ты можешь собрать. А там эмеральды, Нубик, это же эмеральды, которые жители поговорили, что у них отобрали. Короче, представляете, все эти варвары просто разграбили наших жителей бедных. А золото есть. Мы с тобой, Нубик, сейчас это все вернем в деревню. Мы, в общем, друзья, вот такая вот серия у нас получилась. Вот этот вот пес самый смелый, он нам помог, в общем, пережить этих варваров. И сейчас мы вернем в деревню все, что они у них награбили. Эту всю фигню сломаем, да, Нубик, вот эту сейчас вот. Вот, спасибо за просмотр, ставьте лайки, обязательно пишите комментарии, как назвать нашу собачку. Всем пока-пока. Пока-пока, друзья. Друзья, короче, ладно, будем на этом заканчивать. Я пойду побежал, короче, к машине. Хорошо, что эти варвары до нее не добрались. Ну что же, я думал, что сегодня я был отличной собакой-помощником. Я им реально помог. Вот, и на этом будем заканчивать. Но ты, если что, напиши в комментариях, каким помощником ты бы хотел еще меня увидеть в Майнкрафте. Ну а на связи был Шадимен. Всем удачи, хорошего настроения, не болейте, люди. Все, услышимся в следующем ролике. Всем пока-пока.